Я Ахмеджан Вахжол, ученик первого курса исторического факультета Евразийского национального университета. Я любил историю с детства, со школы. Я любил свою историю и уважал другую. Точнее, мне нравилось трое. Ахиллес, Троянская война – это просто шик мировой истории. Когда Шлиман нашел Трою, это для меня было просто нечто. Надо знать свою историю и любить, и уважать другие страны и их истории. Я бы хотел попросить вас, чтобы в Казахстане тоже снимали фильмы наподобие Трои и Спарты. Это очень фильмы такие, как сказать, это фильмы экшен. А многим людям нравится экшен. Там немножко можно, как бы, например, в Трое, когда, ну, там не надо всю правду говорить, а там можно немножко, как бы, соврать или тому подобное. Но людям будет нравиться, и Казахстан будет процветать на этом. Ведь надо показывать нашей молодежи историю своего народа. И наша молодежь будет любить свою историю.